Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас уже суббота, первая неделя Великого Поста. И сегодня мы с вами впервые в этом Великом Посту слышали Евангелие на богослужении. Но вот что удивительно. Удивительно, что тот евангельский отрывок, который мы с вами сегодня слышали во время литургии, на первый взгляд совершенно не связан с темой Великого Поста. Но давайте не будем грешить в своих выводах, а давайте для начала вспомним, о чем читалось сегодня на литургии. Итак, мы с вами читаем Евангелие от Марка, 2 глава, с 23 стиха. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу и начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на середину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Священное Писание сообщает нам, что суббота была действительно заповеданным днем Господним. Каждый правоверный иудей обязан был неукоснительно соблюдать этот день. С одной стороны, это был день молитвы, день молитвенного собрания, чтения Слова Божьего. А с другой стороны, это был день покоя. Потому что суббота на еврейском «шаббат» переводится как «покой». То есть человек в этот день не должен был работать. И вот некто из фарисеев, как повествуется в сегодняшнем евангельском отрывке, фарисеев, которые всегда следовали за Христом, за Его учениками, в движении апостольских рук, которые размешивали, разделяли зерна от шелухи, усмотрел некую трудовую деятельность, а соответственно и нарушение субботнего покоя. И вот фраза Иисуса Христа «суббота для человека, а не человек для субботы» является ключевой в сегодняшнем евангельском отрывке. Потому что суббота, как заповеданный Богом день, как день покоя, день молитвы, день отдыха от труда, дан Богом в помощь человеку для его телесного отдыха и духовного возрастания. И вот поэтому первым в Великом Посту мы читаем именно этот евангельский отрывок. Ведь, согласитесь, можно было бы найти, наверное, и другие более подходящие к сегодняшней теме Великого Поста евангельские отрывки. Например, отрывок о том, как ученики Христовы не смогли изгнать беса из человека. И Господь на их недоуменный вопрос говорит им, что сей род, то есть род бесовский, изгоняется только постом и молитвой. Казалось бы, чем не пример для назидания? Или вот, например, вспомнить евангельский отрывок о том, как Господь молился, постился 40 дней в пустыне, претерпевал искушения бесовские перед началом выхода на общественное служение. Но нет. Святые отцы для нашего назидания первым в Великом Посту предлагают именно отрывок о срывании колосьев. И делается это не случайно. Напоминая нам о посте, Церковь, как бы перефразируя слова Иисуса Христа, говорит нам: пост для человека, а не человек для поста. А ведь действительно, пост – это не цель, это средство к достижению цели.
Задача поста состоит не в том, чтобы человек скрупулезно выполнил все его предписания, а наоборот, через исполнение этих предписаний становиться внутренне чище, выше, лучше, преображаться внутри, приближаться к Богу. Вот в чем цель поста для человека. Мы постимся не для Бога. Не Богу мы делаем приятное, это Бог дал нам пост для нашего внутреннего духовного возрастания и преображения. Вот поэтому первым в Великом посту мы читаем именно этот евангельский отрывок. Суббота для человека, а не человек для субботы. Или как бы перефразируя слова Христа, пост для человека, а не человек для поста. Вот такой мыслью хотелось сегодня с вами поделиться, дорогие друзья. Надеюсь, мы об этом будем помнить на протяжении всего Великого поста. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!